О мерах противодействия коррупции сегодня рассказал журналистам в агентстве «Татмедиа» глава Альметьевска. С 2006 года в районе работает специальная комиссия. В нее входят представители администрации, прокуроры, руководители предприятий, учебных заведений и СМИ. Кроме того, на работу госслужащих принимают только по конкурсу, который проводится открыто в интернете, где каждый может ознакомиться с биографией чиновника. Там же во всемирной сети можно найти информацию о муниципальных заказах, а также о доходах и расходах государственных служащих. Мы, Альметьевский муниципальный район, попали пилотный проект. Это с фондом Кудрина у нас составлено соглашение, как открытый бюджет. То есть на сегодняшний день вся доходная часть, расходная часть нашего бюджета, она прозрачна. И каждый гражданин, каждый человек может зайти туда и посмотреть, куда какие деньги пошли, как они расходуются.